Сливочное масло разделить на 4 кусочка. Каждый кусочек смешать с нарезанным сыром и положить, соответственно, в центр каждой лепешки. У каждой лепешки сомкнуть края и сформировать котлету. Обволакивать полученные котлеты сначала в муке, далее в яйце, затем в сухариках. Жарить котлеты во фритюре до золотистого цвета. Обжаренные котлеты переложить на противень и запечь в разогретом до 200 градусов духовом шкафу в течение 15-20 минут. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 500 грамм мясного фарша, грузинская соль, перец, 40 грамм сливочного масла, 100 грамм сыра сулугуни, 2 яйца, 100-150 грамм муки, 5-7 кусочков хлеба для тостов.